Сержо, пойдем. То есть вот в этом состоянии он будет напряжение уже нет. Мир славным витязем. Кстати, вот фильм, я знаешь, ну, про фильм рождения, который призрак. Я не понял, куда делся маленький паренек компьютерщик. Как это? Это девочка. Девочка. Ее убили. Он ее любил. Где ты добился? Суд, между прочим. А, я когда я пришел, она уже сама была помощница любила, вся отлично была боль. А потом он с ней писал. Я пропустил, наверное, этот момент. Пистолет у нее не получился. Южная Корея снимает фильм. В общем, этот фильм есть интересный фильм, который живой поднимает. Есть интересный фильм, называется «Перерождение», «Реборн». Там ножевой бой, техники. Ламини, уходишь, видишь? Прочее. Так, ну готов? Ты я смотрю, понятно. Веретено за правило, да, взял? Давай, давай. Смысл? Ты сейчас смотри, я вообще не буду то самое. Ну, чудесай, подожди, чудо. Чудесно. Смысл? Еще можно по себе. Подбивать. Да. Можно из. Отсюда. Из. От себя. Откуда удары? Чуть-чуть еще, да, вверху. Молодец, да. Отсюда. Смотри, сейчас интересные такие штуки сделают. Давайте подождемся. Ну, возьмем. О, смотри. Давай, бери себе. Нет, ты уже начинаешь знать. Так, у тебя 6. Да. Бери по 6. Я возьму по боссу. Откуда можно взять незаметно было? То есть, если сюда, ты будешь дальше забыть, что это. Ой, она прям, смотри. Нет, давай, ладно, 8, давай возьму 7, а еще красный не видишь? Ну, кстати, тоже вы. Что это там? Сейчас я тебе надо. Ты разворачивайся, подходишь к центру. Не переживай, руки не запретишь. Руки сейчас пригрузили. Задача первая. Давай 5 разминаться, чтобы не на слабости. Сейчас мы сделаем движение круговое вращение головой. Да. Круговые вращения головой. Двигайте вперед, назад, влево, вправо. Так же головой крутишь. И как влево, так и вправо. Покрутили, да? Теперь смотри. Делаем две петельки. Здесь. И здесь, то есть рисуем восьмерочку. Вот это я тебя к себе бок петельки делаем. Бок. В боке. Получается ухом одним, ухом другим. Да. Если мы эту восьмерку выстроим перед собой, у нас получается восьмерка горизонтальная. Да, ну как знак бесконечности. Молодец. Теперь поменяй ход. Поменяй ход. Движение. Давай, пока то ты в одну сторону рисовал. Теперь в другую. Просто нужно момент поймать. Молодец. Теперь перед собой Например, я начинаю справа налево. Раз, два. Раз, два. Почти. И поменяй ход. Так, ладно, теперь смотри, очень быстро-быстро головой потряси стороны в сторону. Да, да. А теперь попробуй подвигайся. Подвигайся. Вот смотри, не потряси, а не надо подвигаться. То есть как бы двигать телом и двигать головой. Да, это знаешь, это момент. Представь, как тебя бьют.
тебе дать головой и тебя, и тебя, да, не на удар, а на удар. Да. Молодец, потрёс, да, порастрёс. Теперь, да, так же быстро вперёд, назад. Да. Стрихнул, да. Теперь такую же тему можно сделать. Трясем головой, Слушай, только через петельки, не просто влево-вправо. Раз восьмерку нарисовали, да. Я скажу, что то есть, надо понимать, что. Да, молодец. То есть угадываешь. Потом все тело подключится. То есть потом все тело будет двигаться. То есть первое, да, голову сейчас мы подразмяли, голову и шею. Вот ты сейчас есть контакт, молодец. Следующее. Петля плечом. Практически. От себя. Не обязательно. От себя. Да. Право и от себя. Ну, соответственно, у тебя движение тазом пойдет само. Я сейчас целенаправленно не стал восьмеркой тазом и грудью. Мы сейчас только плечи и шею взяли. Вот, запусти вот этот импульс через плечи и шею. И закидывай разные варианты. Ладошкой, не кулаком. Вот так, локотком, как захочется. И не торопись. Секунду не надо много ударов сделать, секунду не больше двух ударов. И паузу также можно делать. Не торопись. Если ты делаешь связочки, то там 3-4 это можно делать, но не торопись. Только добро. Не мешает. Попробуем. Да, двигаются у тебя. Все, ты и меня нет, никого нету. Есть только шок. Двигаются шея, плечи. Через восьмерочку, да, плечами восьмерочку запускают это движение.
И то мы сделали только плечами, только вертикально на съемке, даже не рисовали в горизонте. Шея, плечи. Сам конечно. Все по как по-настоящему. Да. 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 Шея, плечи, двигайте. Да. Не торопись, постарайся еще медленнее. Еще медленнее. Еще медленнее. Еще медленнее, да. Руками сдаешь. Да, медленнее даже руками делать. Даже сам действие тебе надо убить. Не, 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 да. Видишь, а ты меня уже делал. Вот у него моя рука делает. Но если ты ее поставишь...
не останавливайся, делай. Будешь делать то, что я говорю, у тебя движение не само пойдет. Плечи, голова. Мы для чего эти действия делаем вначале? Не торопись. Руки подними. Руки подними. Делай меньше того, чтобы у тебя ноги пересекались вот так. Это шаткая позиция. Много у тебя таких действий. Не останавливайся. Ноги уже. Уже ноги. Шаг. Да. Книгу забрал. Благодарю, что вспомнил. Я помню, что забыл. Я помню, но забыл. Руки подними. Ну не так, не в подмышку руки подними. Все губы прилетают. Я не забыл, как ты ничего говоришь. Руки подними, не в подмышку, а вот. Еще. Гантель на место. Я говорю, крылья подними. Руки, руки, ладошка, да. А ты что, ты до этого не понимал то, что я тебя прошу? Я поднимаю, думаю, не пойму. Давай, подними. Нет, а у тебя руки здесь, а подмышки ты поднимаешь. Зачем, что ты делаешь? Давай. Вокруг меня попутку надо. С той стороны заходить. У меня стойки. Завязывай на одну. Если можно, вот эти два этих, вот здесь они замерки, проведи, не завяжешь. Вот здесь. И узел где-то, может быть, на середине получится, да, под лопаткой, между лопаткой. Движение получается, чтобы он не разорвался. Ой, не развязался. Не упасть бы. Единственное, это где-нибудь не трепануться, поднимать. В Японии такие любители. В Японии? Они вверху сгул. Отходит резинка из стены. Они брали прям, там петлями идет. А где-то там со стенкой завязано, неизвестно. Они брали все. Подносы натягивали. И тянули за жвачками. Они да, странноваться. Вот сейчас команда по очереди быстрее жвачки съест. Нет, там на малек, там как раз на линии, да. Ну там. Даже можно подальше как-то. Сюда.